Сегодня еженедельное совещание у главы Чувашии началось с поздравлений профессора Рашида Тихилова. Его наградили почетной грамотой Чувашской республики за вклад в здравоохранение региона. Профессор регулярно проводит мастер-классы для врачей Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Руководит сложнейшими операциями. Среди ведущих врачей-травматологов-ортопедов республики немало учеников профессора Тихилова. Сам Рашид Муртузалиевич возглавляет НИИ травматологии и ортопедии в Редена в Санкт-Петербурге. Какие еще вопросы обсудили в Доме правительства, смотрите далее. Чувашия готова к внедрению ЕГИСО. Практически все работы к запуску единой государственной информационной системы социального обеспечения в Чувашии завершены. Это масштабный проект, охватывающий всю Россию. На портале информационной системы можно будет узнать все, что касается социальной поддержки населения. Сведения о выплатах, пенсиях, пособиях, на которые имеет право человек, и куда можно обратиться за помощью в той или иной ситуации. Персональные данные будут храниться в личном кабинете. С нового года ЕГИСО должна заработать в полную силу. Структура системы состоит из трех блоков. Это федеральный сегмент, региональный сегмент, технологический сегмент. Информационная система утверждена постановлением правительства Российской Федерации и соответствующим федеральным законом. Цель которой – определение прав граждан на меры социальной поддержки, гарантии, выплаты и компенсации, установленные законодательством, а также обеспечение граждан соответствующей информацией, что позволит прежде всего повысить качество предоставления услуг населения, а также обеспечить возможность проведения финансового планирования и контроля за расходованием финансовых средств во всех сферах. Завтра, 12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, пройдет Общероссийский день приема граждан. С 12 до 20 часов вечера обратиться за консультацией в органы власти всех уровней может каждый желающий, причем прийти лично или обратиться по видеосвязи, написать электронное письмо. Татьяна Трофимова, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.